Програма створена за підтримки весільної агенції «Все для тебе». Медіапідтримка – журнал «Свадебний сезон». Головні герої програми – Джусупов Олександр та Сумець Юлія. Вони кохають один одного та міцно тримаються поруч на шляху до своєї мрії – створення сім'ї. Сьогоднішня програма присвячена прекрасній дівчині на ім'я Юлія. Саме з нею Джус бажає зв'язати усе своє життя. Щоб довести своє кохання, він вирішив зробити їй освідчення у спецпроєкті «Побачення всліпу. Все для тебе». Він здійснить багато романтичних подвигів, про які Юлічка дізнається на їх річницю, і це відбудеться дуже несподівано для неї. Першу частину цього дня вона за планом Джуса повинна провести на самоті та образитись на нього, тому що він навмисно зник та не відповідав на її дзвінки. І тільки з 4-ї години дня почнеться шквал сюрпризів для Юлії. І наприкінці Джус освідчиться їй та запропонує руку і серце. Я сейчас нахожусь в городе Коктебель, и вчера у нас здесь была вылазка, и мы с моей Юлечкой прошли большое испытание. Мы забрались на эту гору и победили все трудности, которые стояли на нашем пути. Родная, я так сильно тебя люблю, я вчера видел, как тяжело нам далась эта вершина. Ты старалась изо всех сил. Отобразить этот кусочек моря, кусочек этого пляжа в Харькове для Юлечки. Сегодня я хочу совершить подвиг для моей родной Юлечки. А в частности, это прыжок с парашюта, с воздуха на высоте 1000 метров. И поможет мне в этом аэроклуб имени Грязодубова. И мы приехали на аэродром Коротыч для того, чтобы совершить этот поступок. Я справлюсь с этой сложной задачей и надеюсь, что нормально приземлюсь и никаких сложностей не возникнет. Итак, я готов, абсолютно не боюсь и иду вперед. Спасибо за поддержку. Я очень тебя люблю, родная. Это все для тебя. Следующее приключение, так сказать, которое меня ожидает, и то, что я хотел бы сделать для своей любимой Юлечки, это вышивать крестиком. Это ее любимое хобби, любимое занятие. Она сама любит своими руками мастерить что-нибудь, вышивать. Вот, она любит вышивать крестиком всякие штуки. Вот, и я хочу ей сделать такой же подарок, вышить вот таких вот двух зайцев. Честно признаюсь, не представляю, как это будет практически выглядеть. Я буду максимально пытаться сделать, чтобы все получилось. Но для меня это самое сложное испытание из всех, которые я запланировал. Я очень тебя сильно люблю. Это все для тебя.
Сейчас я на студии Orbis, где хочу создать музыкальный продукт для своей любимой. Я хочу написать ей песню, записать ее здесь, в этой студии, и потом попытаться отобразить это в клипе, в мое признание в любви моей Юлечке. Родная, это все для тебя. Прямо сейчас я буду писать эту песню для твоего сердца. Есть большущая просьба. Мы снимаем проект «Побачная слепу» с сюжетом «Все для тебя». Вот. И я своей девушке делаю предложение. Хочу написать ей песню. Ну вот слова приблизительно такие. Ну и даже мотив есть небольшой в голове. В моей жизни счастья светлый час настал. Ну что, Саш, попробуем спеть первый дубль? Ну, давай, да, будем пробовать. Да. Поехали. В моей жизни счастья светлый час настал. Ты же для девушки поешь, давай помягче. Тебя я люблю, милая моя. Ближе тебя на свете не найти мне нигде и никогда. О, как я хочу, родная, быть с тобою навеки навсегда. Я сохраню верность свою тебе одной. Итак, одна из частей большой моей миссии выполнена. И огромная благодарность студии Orbis за то, что они помогли мне написать песню для моей любимой. Но я продолжаю свой путь и буду покорять сердце моей любимой девушки. Сегодня понедельник, 10 августа, потрясающая погода на улице, и этот день нашей годовщины отношений с Юлечкой. И через год я принял решение сделать ей предложение. Уже практически прошла половина дня, и она еще от меня не слышала ни одного звонка и не знает, где я нахожусь. Для нее приготовлен большой интересный путь с большой массой приключений, и вы сами все это сегодня увидите. А прямо сейчас мы находимся возле ресторана Fashion, и я планирую украсить эту лестницу до самого низа. Помогает мне в этом организация Еврофлора. Ну что ж, я так понимаю, что нас сегодня ждет очень много сложных задач. Я уже себе представляю, насколько тяжело мне это дастся. Ну скажите, что я должен делать и какие дальнейшие действия последуют? Значит, сейчас мы будем выкладывать центр этой лестницы, этой дорожки для Юлии. Хорошо, спасибо. Ну что ж, мы приступаем к нашим большущим приключениям. Наблюдайте за нами. Сейчас я перехожу к одной из самых важных частей сегодняшнего мероприятия. Это создание потрясающего Коктебельского моря, которое я привез из Коктебеля в Харьков для Юлечки.
Сейчас я нахожусь в магазине «Золотой век», собственно, который и поможет мне сделать завершающую часть моего признания и предложения моей девушке, моей дорогой Юлечке. Итак, я иду выбирать кольцо. Итак, это то самое кольцо, которое сегодня будет лежать в море коктебельском, которое мы привезли из Коктебеля в Харьков, в ресторан Fashion. Виктория, спасибо вам большое. И огромное спасибо магазину «Золотой век» за оказанную поддержку. Что ж, я продолжаю свои приключения и отправляюсь к своему признанию. Привіт, мої будні наречені! Привіт вам! Саме сьогодні ми будемо займатися з цим хлопцем, його готувати до неймовірної події у його житті та житті його дівчини. Цьому признанню кохання, так, ти будеш робити щось таке неймовірне. Це дуже добре, я гадаю, саме час тобі одягтися у цьому неймовірному магазині «Станіслав», так? Переймаєшся? Честно говоря, да, волнуюсь, потому что это ответственный шаг в моей жизни. Я желаю тебе поразить свою девушку своей красотой, своей такой внешностью импозантной и своим внутренним таким потенциалом. Вот ты так на людей влияешь, что хочется просто с тобой общаться. Я думаю, что большое счастье каждому человеку с тобой рядом находиться. То желаю тебе всего хорошего, любви, ну и счастья. Родная, я уже иду к тебе. Я очень сильно тебя люблю. Все это было для тебя и продолжается большое приключение. Просто для того, чтобы тебе было хорошо, приятно, и ты знала, что я очень сильно тебя люблю. Отже, до 16-ї години дня Юлія навіть не здогадувалась про наміри Олександра. І коли вона приїхала на місце зустрічі з МС Добро на площі Конституції, на неї чекала несподіванка – черговий сюрприз від Олександра. Шановні глядачі, знайомтеся з нашою сьогоднішньою героїнею, яку звуть Юлія. Юлічка, щось мені підказує, що сьогодні якийсь особливий день, чи не так? Да, сьогодні дуже особливий день. Розкажи, будь ласка, щось про нього. Сьогодні ровно год, як ми з моїм любимим молодим чоловіком Сашою Джусуповим строїмо отношения. Не може бути, неймовірно. Да, це правда. І почалось все в лагері «Канікула в Едемі». Дуже добре. Це було, я знаю, що щось було. І ти там теж був. Так, да, був ти там теж був. Я усюди буваю. Це було на морі, так? Да, це було на морі. І що змінилося за цей час? Такі конкретні питання тебе. Ну, спочатку ми були просто колективом, спочатку ми були просто друзями, а потім поняли, що є щось, ну, намного більше, і от щось тягне, і щось, ну, от між нами є. Тобто рівно рік назад ви зрозумілися та вирішили почати якісь стосунки, так? Да, я думаю, что впереди еще много лет, на самом деле. Год – это вообще, это не дата. Я думаю, что все впереди, все самое лучшее. Неймоверно. Какие правильные просто в тебе слова. Скажи, будь ласка, а сейчас есть какие-то такие мечи, которые запомнились тебе наибольше? Чи их настолько много, дуже много, что неможливо запомнить?
Нет, ну их много, конечно. Вот только что тоже я, честно говоря, была поражена, потому что вот что-то должно было произойти. Я не пойму, где Саша, и вообще не пойму, почему он так опаздывает, но это не главное. Невеличка така помітка. Сьогодні цілий день Саша не зв'язувався з нею, просто не брав слухавку. Да. Мені довелося теж казати їй неправду, що він забув слухавку вдома, але це все було для тебе. І ти знаєш, на цьому сюрпризи не закінчуються. Тебе очікує ще багато-багато цікавого. І останнє питання. Чи пам'ятаєш ти час, коли він сказав тобі ті слова, які казали про те, що ви вже зустрічаєтесь, почали якісь стосунки? В смислі слова? Тобто я тебе люблю? Час, час. Це було день, ранок, вечір. Наверное, это был вечер вот 10 числа. У нас, по-моему, был костер. Вот в самый последний день был костер. И вот после этого вот что-то... Это было ночью, романтика, да, так? Это было ночью, звезды. Ну вот, может быть, это, конечно, немножко поспособствовало. То есть, ну, это было не самым главным, но помню вот именно тот момент, когда горел костер, и мы резко вот так вот друг на друга посмотрели, и вот и что-то произошло. Так, да, вот знаете, как говорят, что-то кино. Клацнуло, и все. Пересування Юлії за романтичним маршрутом розпочалось, і вона ще не уявляє, що на неї чекає біля оперного театру. Героїня не може приховати свої емоції та сльози. Та треба йти далі. І наступним пунктом стає весільний салон, де їй буде потрібно вибрати вечірню сукню. І нарешті ми дісталися цього неймовірного місця. Саме тут ми будемо обирати одяг для нашої майбутньої нареченої. Отож, побачимо, що з цього вийде. Ось вона заплакана. Зараз для тебе буде такий момент, напівсюрприз. Настя тобі допоможе, та Оксана допоможе тобі знайти щось для тебе. Вперед!
Добрый вечер. Мы ведем экстренный выпуск из студии «Прически Шоколад». Со своей командой встречаем нашу модель. Ура! Ну что, мы приблизились к нашей модели уже вплотную. Наши специалисты уже вывели вердикт. Что нам скажет наш специалист по визажу? Что мы хотим здесь делать? Я думаю, что девочка у нас и так очень красивая, но мы постараемся по максимуму подчеркнуть ее природные данные. И хочется сделать какой-то такой легкий вечерний макияж и красиво выделить глазки. Все остальное, по-моему, у нее и так супер. И сделаем легенькие губки. Ну, а мастер по кучеряшкам что нам скажет? Мы сделаем кучеряшки. Мастер по кучеряшкам говорит, что мы сделаем кучеряшки. Ну, значит, она права. Будут кучеряшки. Ух, встретимся через час. Нарешті це сталося. Юлічка, це останні хвилини перед тим, що тебе очікує. Насправді, до чого ти так довго готувалася? Давай вперед, нас немає часу, дуже омаль. Давай скоріше. Ось настає момент істини, і за декілька секунд відбудеться незабутня зустріч двох закоханих. І це буде справжній романтичний вибух. Юлечка, ну на самом деле это всего лишь половина всего того, что я для тебя приготовил.
И многое ты сможешь увидеть только после, уже на экране телевизора. Я совершил несколько подвигов для тебя, вот, которые еще больше смогут подчеркнуть и доказать, что я очень сильно тебя люблю и готов на тебя, для тебя, ради тебя на все. Один из этих подвигов – это вот такая вот картинка. Я ее специально вышивал для тебя своими руками. Это два зайца, и которые побольше, скорее всего, это я. Я мечтаю о нашей будущей свадьбе. Вот, пожалуйста, это тебе. И ты еще увидишь дальше. Своими руками вот это вышел, да? Да. Ну, если честно, мне чуть-чуть помогала еще сестра, но всю основную работу выполнил я. А сейчас я бы хотел, чтобы ты встала, и у меня еще есть кое-что для тебя. Милая, сейчас мы подходим с тобой к очень важному месту. Ты помнишь, мы с тобой преодолели одно препятствие? Это было в Коктебеле, мы поднялись с тобой на гору. Да, помню. Помнишь? Ты запомнила те места? Да. Запомнила? Да. Поверни сейчас. О-о-о! Вау! Я попытался привезти к тебе кусочек моря в Харьков и создать его для тебя здесь. Вот, это камни оттуда, я их привез. Вот видишь, там в центре тоже камни, которые я вез туда в сумке, которые я тебе говорил, что да, я маме на грядку помню. Это везу. Вот, это фотография, которая там была сделана. Вот. А это та вода, которую я там набирал, ты это все увидишь. Но ты можешь подойти сейчас, попытаться отыскать то, что я хотел сделать для тебя. Родная, это все для тебя. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Я согласна. Как я хочу, родная, быть с тобою навеки, навсегда. Я сохраню верность свою тебе одной. Она согласна. Ура! Спасибо вам всем огромное. Это был просто нереальный день для меня, честно. У меня, честно говоря, от волнения пропали все слова. Ну, я просто хочу сказать спасибо большое. И, уважаемые телезрители, хотел бы, чтобы у вас всегда все было хорошо. Любите друг друга, цените. Потому что любовь, она достойна того, чтобы ее просто ценили. Вот, и... Будьте настоящими, будьте искренними по отношению к своим любимым и близким. Ура! Никогда, о, как я хочу, родная, быть с тобою навеки, навсегда. Я сохраню верность свою тебе одной. Все, что сегодня происходило, это заслуга огромной команды, которая работала, которая помогала трудиться над созданием этой потрясающей красоты для моей Юлечки, для моей любимой девушки. И я хотел бы огромную благодарность отдельную выразить фирме Евро-Флора в лице директора Карины Ильиничны, дизайнера-оформителя, которая трудилась сегодня в течение сегодняшнего дня всего вместе со всей своей командой. Спасибо вам большое, я на самом деле очень благодарен. И обязательно, если вы хотите сделать что-то большое, что-то потрясающее для своих любимых, то не забудьте обратиться в фирму Евро-Флора, потому что они могут сделать намного больше, даже чем то, что я сегодня увидел. Я сам убедился. Вы видите эти адреса и телефоны, обращайтесь и делайте большие вещи, большие сюрпризы для своих любимых. Я очень счастлива от реализации своего проекта. Единственное, что можно сказать, это будьте счастливы вместе. Спасибо. И чтобы у вас всю жизнь вам сопутствовали такие дороги безграничные, без препятствий, цветные, красочные, яркие. И любви вам, и добра.
Хочу выразить огромную благодарность всем партнерам, которые трудились над тем, чтобы создать все то, что вы видите сейчас, видели сейчас на экране. Этот большой массивный проект, признание моей героини Юли. И большая благодарность всем партнерам, а в частности магазину Fashion Bright, магазину Станислав, фирме Limousin Tour, фирме Евро-Флора. Всем-всем-всем партнерам, которые работали, помогали, фирме Байконур, а также отдельная благодарность ресторану Fashion, которая помогла нам создать большущий праздник. Спасибо огромное всем организациям, которые нам помогали. Окрема подяка студії звукозапису Street Records.